Тут Ильдар написал 3 дня назад, показывает. Какая ирония, перед вашим роликом YouTube мне поставил рекламу Юрия. Молодец. Сергей, жалко, что не получилось открыть производство компьютеров. На Карагинине с Сергеем еще в 1993 году хотел наладить выпуск производства компьютеров. Да? Ирония. Ну да. Монетизация на моем канале есть. И, естественно, многие ставят. Ирония частенько бывает. Я помню, несколько видеороликов снял, где это прямым текстом говорил, что тогда, ну как, монетизацию не сам делал, а YouTube сам монетизировал, да. Сейчас там изменилось. И вот я снял несколько видеороликов, где-то штук 8, наверное, где я конкретно говорил, что YouTube ворует просмотр. И на эти видеоролики шла монетизация и ставились рекламы. Это было вот нечто, да? Ну, по поводу Сергея Иванова. Почему у него не получилось запустить производство компьютеров достаточно хороших, да, по тем временам. И понятное дело, что одними компьютерами бы дело не ограничилось. Ну, даже Финляндия выпускала сотовые телефоны Nokia, да. А при наших-то сырьевых ресурсах это имело бы далеко идущие последствия. Так что смартфоны, скорее всего, он бы выпускал. Ну, ответ на этот вопрос озвучила Маргарет Ходж. Да? В ее устах прозвучал термин такой, как клептократия.